Покрашенное покрытие. В хорошем состоянии, есть небольшие рыжики. Покудывал. Есть школа, машина много ездила по трассе. Пробег оригинальный, у нее 193 тысячи, если я не ошибаюсь. Лобовое стекло Менина, опять же таки, по причине того, что машина ездила по трассе. Прилетел камень. Покажу сейчас несколько сколов. Сколы вот на капоте есть. Сколы на капоте. Ну, как камни прилетали, стандартная схема. Кто ездил на трассе, тот знает. Это не беда для машины. Вот, есть несколько. Здесь это тоже камень прилетал. Прям видно. Она вон как это. Метеоритный дождь. Пробомбил машину. Сзади на крышке багажника. Есть тоже несколько. Немножечко пластик подпритертый. Вот правая сторона. Вот сзади и спереди точно так же на бампере. Задние фонари поменены. Не помню, от какой рестайлинговой студии. Вот. И, если я не ошибаюсь, решетка передняя тоже не оригинальная. Машина выглядит хорошо, в принципе, для своих денег. Нормально.